Внимание, оценка на татами 1. 6-0, 6-0, 5-9, 6-0, 5-9. Средний балл 17,9. На татами приглашается команда в составе Рыперштейн, Лавчиков, Жигинисова, Москва. Готовится Арасланова, Купышев, Албахтин, Кировская область. Внимание, оценка на первом татаме. 6-0, 5-9, 6-0, 6-0, 5-8. Средний балл 17,9. На первое татаме приглашается команда в составе Арасланова, Купышев, Албахтин, Кировская область. Готовится Казаков, Еремин, Толкачев, Пензенская область. Средний балл 18,1. На первое татами приглашается команда в составе Казаков, Еремин, Толкачев, Пензенская область. Внимание, оценка на татами 1. 6-0, 6-0, 5-9, 5-9, 5-9. Средний балл 17,8. На первом татами закончено соревнование среди команд в возрастной группе 12-13 лет. На первом татаме будет проводиться финал в категории «Ката» девушки 14-15 лет. На первом татаме будет проводиться финальное выступление в категории 14-15 лет девушки.
На первом татаме начинаются финальные выступления в категории 14-15 лет «Ката, девушки». На татаме приглашается Кирова Екатерина, Кировская область. Готовится Изранцева Виктория, Москва. Внимание, оценка на татами 1. 5-9, 5-8, 5-9, 5-9, 6-0. Средний балл 17,7. На первое татами приглашается Шереметьева Полина, Москва. Готовится возрастная группа 14-15 лет, юноши. Первое татами готовится Смирнов Даниил, Москва. Пять девять, шесть один, шесть два, шесть ноль. Средний балл 18,2. Закончились финальные выступления в возрастной категории 14-15 лет девушки. На первом татаме начинается финальное выступление 14-15 лет юноши. На татаме приглашается Смирнов Даниил, Москва. Готовится Мулькаманов Ильдар, Оренбургская область. Внимание, оценка на татами 1. 6-0, 6-0, 5-9, 5-9, 5-8. Средний балл 17,8. На первом татаме начинаются финальные соревнования в категории команды. Возраст 12-13 лет. Готовится Андрианова, Грачев, Мазур, Москва. Следующий Рютерштейн, Лавтиков, Жугенисова, Москва. На татами приглашаются Андрианова, Грачев, Мазур, Москва. Готовится Рютерштейн, Лавтиков, Жугенисова, Москва. На первом татами дополнительные ката за первое место в категории 12-13 лет девушки. На татами приглашается Бродская Анастасия, Мурманская область. Готовится Бревнова Алина, Красноярский край. Thank you.
Внимание, оценка на татами 1. 6-1. 5-9. 6-0. 6-1. 5-9. Чья! Чья! Средний балл 18 баллов ровно. На татами приглашается Бревнова Алина, Красноярский край. Готовятся команды в категории 12-13 лет. Внимание, оценка на татами 1. 6-0, 5-9, 5-9. 5-9, 5-9. Средний балл 17,7. На первое татами приглашается Израмцева Виктория, Москва. Готовится Сергеева Валерия, Кировская область. Внимание, оценка на татами 1. 6-0, 6-0, 6-0, 6-1, 6-1. Средний балл 18,1. На первое татами приглашается Сергеева Валерия, Кировская область. Готовится Шереметьева Полина, Москва. Внимание, оценка на татами 1. 5-9, 5-9, 5-9, 5-9, 6-0. Средний балл 17,7. На первое татами приглашается Кириленко Максим, Республика Карелия. Готовится Балдин Андрей, Москва. Внимание, оценка на татами 1.
5-9, 5-9, 5-9, 6-1. Средний балл 17,8. На первой татами приглашается балл. Внимание, оценка на татами 1, 6-0, 5-9, 5-9, 6-0, 5-8. Общий балл 17,8. На татами приглашается Чернаков Егор, Алтайский край. Готовится Юшков Артем, Алтайский край. Внимание, оценка на татами 1, 6-0, 5-8, 5-8, 6-0, 5-9. Средний балл 17,7. На первой татами приглашаются Юшков Артем, Алтайский край. Готовится Кириленко Максим, Республика Карелия. На первом татами начинаются финальные соревнования возрастной категории 12-13 лет. Юноша, на татами приглашается Чигаев Кирилл. Республика Карелия. Готовится Ройтерштейн Антон, Москва. Внимание, оценка на первом татами. 5-9, 6-0, 5-8, 6-1, 5-8. Средний балл 17,7. На первой татами приглашается Ройтерштейн Антон, Москва. Внимание, оценка на татами 1, 6-0, 6-3, 6-1, 5-9, 5-8. Средний балл 18 баллов ровно.
На первой татами приглашаются Сунцов Макар, Архангельская область. Готовится Лавтиков Егор, Москва. Внимание, оценка на татами 1. 6-0. 6-0. 6-1. 5-9. 5-8. Средний балл 17,7. На первое татами приглашается Прокопьев Владислав, Красноярский край. Готовится Гаргеладзе Дмитрий, Кировская область. Средний балл 17,9. На татами 1 приглашается Гаргеладзе Нукни, Кировская область. Готовится Молчанов Денис, Мурманская область. Внимание, оценка на татами 1. 6-0, 5-9, 6-0, 6-0, 5-9. Средний балл 17,9. На первое татами приглашается Ворожцов Денис, Кировская область. Готовится Каркунов Никита, Красноярский край. Thank you.
Внимание, оценка на татами 1. Пять девять, пять девять, пять девять, шесть ноль, пять девять. Средний балл 17,7. На первое татами приглашается Паркунов Никита, Красноярский край. Готовится группа возрастной категории 14-15 лет. Внимание, оценки на первом татами. 5-9. 5-9. 6-1. 6-1. 6-1. Средний балл 18,1. На татами приглашается команда в составе. Ворожцов, Фирова, Горгеладзе, Кировская область. Готовится Шереметьево, Шмыгина, Изранцева, Москва. Уважаемые представители категории 14-15 лет юноши. Смирнов Даниил, Москва, Прокофьев Владислав, Красноярский край, Молчанов Денис, Мурманская область. Будут проводить дополнительный круг. Пять девять, шесть ноль. Средний балл 17,8. Закончено финальное выступление в категории 14-15 лет юноши. На первом татами готовится к выступлению команды возрастная категория 14-15 лет. Орлов, Хервонин, Кемпи, Республика Карелия. Ворожцов, Фирова, Горгеладзе, Кировская область, Шереметьево, Шмыгина, Изранцево, Москва. На первое татами приглашается команды. Возрастная группа 14-15 лет. Орлов, Хервонин, Кемпи, Республика Карелия. Готовится Ворожцов, Фирова, Горгеладзе, Кировская область.